Ребятки, всем огромный привет! И я здесь танцую и радуюсь. Та-дам! Я накопила 10 тысяч конфет, ребята! Ура-ура! И сегодня у нас последний день обновления Хэллоуина. И, наконец-то, я куплю стилерексика, ребятки! Все, скорей! Бежим покупать! 10 тысяч конфет, ребят! Я еле как накопила, вот реально, мне было сложно накопить. Пишите в комментариях, было вам легко накопить ли эти конфеты. Мне очень тяжело, не знаю почему, но мне тяжело было. Все, ребят, покупаем. О, ес, да, мы купили. Пойдемте скорее красоваться на него. Смотрите, ребят, какой он классный. Да, реально, он даже не неоновый, светится и весь такой крутой. Быстрее на ручки возьму. О, как он свернулся классно. Все, это мой любимчик будет. Никому не дам. Ребятки, ну на самом деле все равно. Пойдемте потрейдим, конечно же. И посмотрим, да, что же за него нам предложат. Что же, побежали скорее смотреть. А, ребят, не забываем еще подходить к безголовому и брать конфетки. Пока что у нас еще остается один день, надо успевать. Я еще хочу карету и коляску тыкву. Вот, поди на что-нибудь накоплю хоть на одно сегодня. Так, ну все, все, давай отпускай меня. Я пошла трейдиться, ребята. Все, побежала. Так, все, ребят, я прибежала на донатерский сервер. Начну с него, потом на русский пойду, как обычно. Я везде трейжусь. Так, пойдемте, пойдемте. Так, что-то, ну, здесь мало народу, ну ладно, попробуем все равно, да, потрейдить. Давайте будем писать. Трейдинг Скиллерекс. Что нам здесь могут предложить, ребятки, давайте смотреть. Трейд, трейд. Ну, где ваши трейды? Где трейды? Эй, алло! Ну, наконец-то, ребят, первый трейд. Давайте скорее смотреть, что же нам могут предложить за Скиллерекса. Так, нам предлагают райд Китсуны. Ну нет, конечно, господи, на Китсуны я точно не отдам такого милашку. Нет, нет, ни за что. Очень, очень мало, ребят. Давайте еще смотреть. Наверное, увидели меня со Скиллерексиком. Так, 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 что же нам предложат? А в ответ пустота, да, ребятки? Угу. А, ну вот, додошку дают. Неборн, додошка. Ну нет, додошки у нас сейчас остаются, будем выбивать их. Так, гриффины вообще не ценятся. Что-то вообще мало дают, да, ребят? Я думала, больше будут давать. Ё-моё, такие старания. Нет. Я столько этих конфет добывала. Нет, 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 это очень мало. Так, ребят, что нам еще здесь могут предложить? Народ помаленьку собирается, да? Давайте еще попишу здесь. Если ничего нормального, то пойду на русский сервер. Так, еще трейдик. О, там, по-моему, тоже, да, сексик был. И что же нам предложат? Что-то долго предлагают. Тоже ничего, долго. Ну, а, это опять этот? Ну нет, со своими гриффинами. Я уже на русском сервере. Давайте достанем нашего Скиллерексика. И будем дальше трейдить его. Давайте я буду писать. Трейд, трейд. И посмотрим, что же будут нам давать на русском сервере. За нашего Скиллерексика.
Так, пока ничего не дают. Даже ничего не предлагают. Что-то тоже здесь мало, да? О, ребят, может мне тоже райд сделать? Мне так будет виднее, да, ребятки? Как вы думаете? Так. О, господи, что это такое? Мне тут мышку, что ли, подарили? А, подписчица с ПС. Спасибо. Ничего себе, мышку подарили. Блин. Я тоже хочу что-нибудь подарить. Так, что мне подарить? Давайте лягушечку подарим. Эй, куда ты ушла? Ну ладно. Я подарила лягушечку. А, вот она. Все с лягушечкой. Так, здорово. Так, ребятки, ну что же мне делать-то? Ничего за Скиллерекса мне не предлагает. Так, давайте, наверное, я точно сделаю, наверное, райд его, да? И тогда будем трейдить. Так, ребятки, у нас еще трейдик. Давайте смотреть, что нам предложат за Скиллерекса. Предлагают райд лошадку, ребят. Райд лошадка, нет, мало. Давайте дальше писать. Что же еще нам предложат такого, да, ребятки? Ну, пока ничего нормального и не предлагали. Вот, я, конечно, думала, что будет круче. Блин, мне даже вот этого привидения не предлагают. Давайте смотреть трейд. И что же нам предложат? Нам предлагают райд. Райд. Кто это? Кинби, да, этот? Король пчел, вот. Была бы королева пчел, тут бы еще можно было подумать. Но это мало тоже. Так, еще трейдик. Скорее смотрим. Пока не просрочился. Сейчас у нас прям так быстро это трейды исчезают. Так, флайрайд додошка, ребят, дают. Додошки у нас остаются в игре. А скиллерексов уберут у нас уже завтра. Так что нет, это тоже мало. Надо что-то на олд какого-то пета легендарного тоже менять, да, ребятки? Так, давайте еще смотреть, что нам предложат. Так, предлагает Neon Flyride Джинджера. Не-не, Neon Flyride Джинджер-то мало тоже. Я его сейчас схожу трейжу. А за него, ребят, мало дают. За курочку тоже мало дают. Вот, хоть она и олд. Она даже не неоновая. Не, ребят, на такое тоже не меняемся. Это тоже мало. Давайте еще смотреть, что нам могут предложить. Так, ребятки, завтра исчезнет хэллоуинское обновление, так что скиллерексы будут очень цениться. Предлагаю трать белую мышку. Нет, тоже мало, ребята, мало. Она ниже по рангу стоит у нас. Скиллерексик, легендарочка, нет. Так, ну что же мне предложат-то классного такого? Кто мне покажет супертрейд? Кто-кто? Так, ребята. Ну еще вот нормального такого вот я ничего, прям не шокировала меня, прям ничего. Так, ребятки, ну что здесь еще больше? Ничего мне не предложат, да? Все уже предложили все, что есть. Так, ладно, давайте, наверное, я пойду на другой сервер еще, схожу на последний. Так, что-то тут толпа, такая толпа. Давайте посмотрим, что нам здесь предложат. Так, куда бы мне бы встать, чтобы меня было виднее. Так, давайте, предлагайте мне что-нибудь за скиллерексика. Буду спамить в чат, чтобы было меня видно. Так, трейдинг скиллерекс. Ну что же, а вот наш трейд. Как виснет все. Так, ладно. Ставься.
Ну, как всегда, райдодошка. Добавляет еще мороженое. Ну, нет, машина мороженое у меня есть. Машины потом тоже трудно трейдить, оказывается. Так что нет, на это я не соглашаюсь. Давайте еще попишем. А, ребят, не стала я, короче, давать ни флай, ни райд Скеллерексу своему. Вот, я потом дам ему после Хэллоуина. О, ребятки, крокодильчика дают. Так, крокодильчика, ребят. Ну, крокодил уже более-менее. Так, ну а потом уже ложат нам всякую чепуху. Ну, нет. Что это такое? Здесь только один крокодильчик хороший. Хотя он даже не легендарный, ребятки. Ну, только что олдовский, да? А, так что нет. Давайте дальше трейдить. А, ну что я говорила? Райдзельку, в общем, я не буду пока давать. После Хэллоуина дам, и потом еще буду трейдить его. Он потом будет цениться в два раза больше, ребятки, после Хэллоуина, когда они исчезнут. Так что я потом еще буду его трейдить, райд, когда сделаю. Посмотрим потом, что будут за него давать, да? И сравним. Так, еще трейдик. Давайте смотреть. А, Neonfly Ride дают эту... Пчелку нам дают, ребятки. Neonfly Ride. Пчела не ценится. Нет, это мало. Ай, не видно меня вообще. В толпу прям загнали. Все, встану здесь. И буду писать. Так, трейд. Ну, давайте еще мне что-нибудь-то предложите нормальное. А, ребят, пишите в комментариях, есть ли у вас Скеллерекс. И на кого вы его обменяли. Менялись ли вы, пробовали его менять. Или, может быть, у кого-то выменили. Вот, и на кого. Пишите обязательно в комментариях. Так, ну что у нас здесь? Наверное, уже больше трейдов не будет, да, ребятки? Да, тишина. Больше никто не хочет Скеллерекса, ребят. Ребята, ну что же, видео буду свое заканчивать. Вот такие трейды были на Скеллерекса. Но такого няшного, смотрите, какой он классный. Конечно же, я его ни на кого не обменяла. Но я и не хочу его обменивать пока что. Хочу сделать его райд, как я говорила, и обменять уже после Хэллоуина, когда он будет цениться во много раз дороже. Да-да, ребятки, я думаю, он будет цениться у нас как бет. Ну что же, ребята, всем хорошего настроения и всем пока-пока, ребятки!